Поехали. Приветствую, коллеги. Как вы знаете, обычно снимаю какие-то видео не только строительной тематики, но и каких-то интересных людей и тех людей, которые, по крайней мере, мне интересны. А мне интересны те люди, которые уже, можно сказать, какую-то часть жизни прошли и что-то могут донести. Можно у них почерпнуть какой-то жизненный опыт и кое-что они видели, кое-что могут рассказать. Все вы помните, что в Советском Союзе, Советский Союз встал на защиту афганского народа. Наши молодые бойцы, молодые парни, которым 18-20 лет, служили, воевали по призыву, подолгу, многие сами рвались. Сегодня мы будем разговаривать с участником боевых действий, который служил в Афганистане. Аликей Владимир Кузьмич. Давайте познакомимся все вместе и представимся. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Никита Владимир Кузьмич, гвардия прапорщик запаса, воин-интерналист, военный пенсионер. Угу. Скажите, присядьте. Скажите, как так получилось, то есть каким образом, то есть когда, во-первых, у вас звание уже прапорщика. Гвардии прапорщик. То есть как получилось, как вы попали в армию, то есть вы изначально учились. Давайте самым по порядку. Я родился в 64-м году, окончил школу. После этого техническое училище в Бресте на Ламбовом заводе, работал электриком, был призван в вооруженные силы Советского Союза. Полгода был в учебке в Харькове, после учебки был направлен на профессиональную службу в Афганистан. Служил в Кабуле, на должности старший оператор. В Кабуле в каких годах сразу? Кабул 83-85. Угу. Вот. Обеспечил связь для разведки, работал с Москвой, Шендантом, Кандагаром, обеспечил связь для разведки 40-й армии, который командовал генерал армии Громов. Вот. После демобилизации... Это в каком году было уже? В 85-м году я был демобилизован, вернулся в Советский Союз. После этого продолжил работу. Предложили мне служить в вооруженных силах. Поскольку мой отец был военным, он погиб в 64-м году. Предложили... Какие войска, отец, каких войск? Отец служил в авиации. Вот. Вот там есть фотография, пожалуйста, посмотрите. Вот, это мой отец, вот отец и мать. Их уже нету. Отец погиб, мать похоронил 9 мая, 25 лет назад. Скажите, а при каких обстоятельствах, если не секрет, погиб отец? Отец погиб, выполняя свой долг. Конкретно обстоятельств не скажу. Я знаю, что при разминировании, он должен находиться на полигоне, он просто взорвался. Буду краток. После этого окончил школу прапорщика в городе Новгороде. Вот, с оценкой отлично. И был назначен для прохождения службы на 210-й авиационный полигон Ружаны. Вот. На авиационном полигоне Ружаны я прослужил 8 лет, служил на командном пути, выполняя должность начальника телефонного узла. После этого был направлен, ну, это личное, конечно, мы с первой супругой расстались, вот, и мне там было неудобно и сложно служить. Я попросил командующего переводить меня в Брест, 50-ю гвардейскую бригаду, которого командовал генерал-майор Гурулев. Вот. В 50-й гвардейской бригаде выпала должность начальника командира взвода по телефонной связи. Вот. Общая выслуга меня составляет 25,5 лет. Вот. Последняя должность старшина зенитно-ракетного дивизиона 115-й бригады под командованием полковника Тимохина. В запасе, имея двух сыновей, старший сын Андрей служит на МЧС с лонями. Вот, пока еще контрактник. Младший сын получил звание лейтенанта, окончил академию. То есть у меня сейчас два сына, две внучки. По поводу жилья. Вопрос решал и с Умаром, бывшим губернатором города Бреста, и администрацией. Ну вот сейчас недавно нас собрали. Говорят, афганцы, вам последний вариант. Строить жилье. Строятся дома. Банки выделяют кредиты, но один банк под одни условия, если хотите, я могу рассказать, дословно, я думаю, не эта тема. По себе что? Эта квартира принадлежит КСМу, барак с 53-го года постройки, здесь проживаю не только я один, здесь проживают люди, которые, извините, вот, пожалуйста, покажите печку, дрова, вот ведро с водой, вода при колонке, газ у нас в баллонах, вот. Колонка на улице, туалет на улице. Живем шикарно. Когда была здесь комиссия, у меня спросили, какого года постройки. Но за
сутки до приезда комиссии почему-то на бараке стерли эти цифры, на котором построен год постройки. Вот, я скажу одно. Условия, вы знаете, люди живут гораздо хуже меня. Они снимают квартиры. Вот, молодые семьи. Да и, ради бога, есть какое-то жилье. Есть печка, она у меня утопится. Есть вода, есть чайник, есть продукты, есть холодильник. Есть друзья, соседи. Вот меня позвали, говорят, Володя, телевизор не работает. Я настрою телевизор. Я электриком проработал 3 года на железнодороге. Вот. Ну, в настоящее время не работаю, были проблемы со спиной. Контузия дала, знаете, со временем оно все появляется. Я буду краток, я скажу. В жизни надо быть просто человеком. Для молодежи скажу кратко. Каждый должен быть на своем месте. Родина у всех одна. У меня один солдат уснул на посту. Мне дежурный по части докладывает, я старшина. Я утром 5:30 прихожу в дивизион, потому что мне положено поднять солдата, накормить, одеть, обуть, отправить в увольнение. И чтобы он живым, здоровым вернулся. В школе учат детей, математики, в армии учат воевать. Мы не убийцы, но мы должны защищать свою родину. А родина у нас – это Беларусь. Это мать, это очаг, это свой дом, это дети, внуки. Я буду кратко. Для молодежи следующее. Вот. Мне частенько приходится выступать, иногда перед студентами, перед школьниками. Все спрашивают, а сколько вы убили духов и было ли вам страшно? Страшно было? Да, было страшно. Сколько убил духов? Я говорить не буду. Мы не воевали, мы выполняли свой долг. Мы им построили мосты, научили их общению, мы им построили школы, помогли с промышленностью. Мы не воевали, мы выполняли свой долг. Сколько там убили духов? Меня убили. Кто там цинка, кто провозил, наркотики, золото, ничего про это говорить не буду. Сейчас вот тема какая. Умер Сталин, про него говорят. Умер Брежнев, про него говорят. Я скажу одно. История делаем мы сами. И когда солдат уснул меня на посту, особенно для молодежи, я вызвал его к себе в кабинет и говорю, сынок, ты сегодня в увольнении. Я взял мобильный телефон и позвонил его матери. Ирина Александровна, приедьте, пожалуйста, ваш сын идет в увольнение. Он говорит, товарищ гвардии прапорщик, я уснул на посту. Сынок, это ты не ты уснул. Это я уснул. Потому что я был на выходном, ты перед рядом не отдыхал, дежурную почасть не контролировал, ты не отдохнул и уснул на пост. Я у дежурного по часу спрашиваю, как уснул солдат? Автомат валялся? Вот так, говорит, спал. Значит, он не уснул. Раз он не бросил свое оружие, понимаете? Если автомат навалялся, да, он уснул, он преступник, его надо садить, судить, военный трибунал. Но солдат вот так спал. То есть он защищал себя. Приехала мать, матери говорю, а сын едет, он, я не буду называть фамилию этого солдата. Вот. На 3 суток. Сам подписал отпускной. Командир части подписал, потому что я не имею права без командира части подписать солдата. Я должен надеяться, а будет подготовить к увольнению, проинструктировать. После этого командир дает разрешение на увольнение, на отпуск. Солдат уехал. А то задача честно служил, уволился в звании сержанта, никаких больше замечаний не было. Я у него спросил один вопрос. Сынок, ты мне скажи, что такое Родина? Он говорит, Родина – это Беларусь. Да. Вы можете открыть интернет, зайти на мою страничку. Я был в Турции. Я вообще туркам долго втирал, что Родина – Беларусь. Что значит президент Лукашенко. Что мы не провинция России. Они даже не знают, что такое Брест. Крепость героя. Не знают, что такое Минск. Они только знают президента Лукашенко. Вот. Я вот долго втирал. Там были немцы. Там были москвичи. Там были итальянцы. Отдыхали в Турции. В Анталии мы отдыхали 2 года назад с супругой. И вот солдату я говорю, что такое Родина. Он говорит, Родина – Беларусь. Хорошо. Это недостаточно. Родина – это мать. Вот. Потом он мне сказал такое, Родина – это вы, товарищ старшина. Я говорю, это уже подхалимство. Сынок, Родина – ты. Ты на посту. Ты Родина. Ты уволишься сейчас, пойдешь на деньги. И когда буду идти по советской, ты скажешь, здравствуй, батя, вот это Родина. Родина – это ты. Ты делаешь Родину. Не прапорщик, не министр. Никто. Родину делаешь ты. И Родина начинается с тебя. Как ты себя поведешь, вот это начинается Родина. Ты вот уснул на посту. Не дай бог ты скажешь, матерь, что уснул. Я сделал так, что он не уснул на посту. И написал благодарствие ему. И отпустил его в отпуск. Потому что он спал вот так с автоматом. Он зачесал Родину. Ты понял, что такое Родина? Понял. И никому об этом не говори. После этого он служил честно. Извините, я чуть расстроился. Вот, он служил честно. Вышел в звание сержанта. И мы встретились на советской машине. Где он говорит, здравствуй, батя. А мне сказали, а что тебе батя называют?
Наташа, если бы я неправильно служил бы, все равно не здоровался бы. Ни мэр города, города Бреста, Александр Степанович Рогачук, который служил в Афганистане. У нас каждый второй служил в Бресте, служил в Афганистане. В других войсках, в Чернобыле. У нас каждый второй военный. Детям скажу, вот, думайте, учитесь. Вот, потому что Родина – это вы. Вам строят новое поколение. Мы все уходим. Мы ушли 15 мая. Я часто каждый год приезжаю на памятник афганцев. Того нету, того нету. Участники войны ушли. Участники Афганистана ушли. Все, мы уходим. А молодежи скажу, вам надо строить поколение. Вам надо рожать детей. Наша страна, Беларусь, мы ни с кем воевать не будем. Мы никого не боимся. А боятся нас. А знаете почему? Потому что у нас самый сильный трудолюбивый народ. Сильная молодежь. Да есть, конечно, отморозки, наркоманы, контужены. Есть. Но в основном молодежь у нас сильная. У нас все для этого есть. Скажите, тяжело. Извините, в мире умирает сотни, десятки тысяч, миллионы человек. Мы в Беларуси еще. Горе не знаем, у нас нет войны. Война – это кровь, это смерть, это ужас. Не дай Бог. Я не могу это рассказать всем. Я мог бы рассказать многое, но не хочу. Потому что это больно. Нет, синдрома у меня нету, уже прошло достаточно много времени. Я себя контролирую, вопросов нет. Но я никогда не пройду мимо лежащего человека. Никогда не обижу женщину, защищу ребенка. И мы все должны это делать, потому что мы мужчины. Потому что мы белорусы. Я белорус, горжусь этим. Откройте, пожалуйста, интернет, зайдите в одноклассники и увидите. Я показываю на флаг и говорю, я белорус. И я горжусь этим. Наша маленькая страна. Мы маленькая Швейцария, но все равно мы самые сильные. Нам даже Америка боится. Если мы даже им объявим войну, они сдадутся без боя. И не сомневайтесь, у нас есть достаточно вооруженных сил. У нас каждый второй встанет в ружье. И мы защитим Родину. Защитим своих близких, своих детей, своих родственников. Свой дом, свой очаг. Потому что нельзя. Потому что это жизнь. Потому что мы люди. Мы всегда ими будем. И не важно, что про нас говорят по интернету, по телевидению. Я знаю одно, мы белорусы, и мы сильные, и мощные, и души. Ну, на этом все. Спасибо большое. Я думаю, ребята, без комментариев. Может быть, надо кое-что подчеркнуть. Всем пока, увидимся.